Здравствуйте. Это операция «Аксесс» или «Загрязнение». Скажите, пожалуйста, что вы делаете, чтобы избавиться от мусора? Загрязняю реку. Так? Стыдно. Но что поделаешь? Столько мусора и во дворе, и в доме. Простой мусорный бачок не справляется. Приходится избавляться от него старым дедовским способом – выбрасывать в реку. А вы верите, что «Аксесс» сможет решить вашу проблему? Нет, сомневаюсь. Ну что ж, попробуйте, а через неделю мы придем к вам. Куда идем мы с Гаточком? Пойдем, пойдем. Здравствуйте, это опять мы. Ну как? Невероятно. «Аксесс» просто творит чудеса. Никакого мусора, река словно новая. Я вообще не отсюда, не с Тараклии, я с Балабана, но я в «Аксесс», и поэтому я бы хотела помочь всем, чтобы очистить природу. Расскажи, как проходила уборка, тебе понравилось? Да, мне очень понравилось. Я видела, что есть кто хочет, реально хочет, чтобы Тараклия была чистой.
Расскажи, а ты почему решил принять участие? И как проходила вообще уборка? Тебе понравилось? Да, люди, коллектив был очень сплоченный. Мне кажется, что то, что мы делаем, это облагораживает наш город. И всегда люди есть, которые хотят этим заниматься. И эти люди будут продвигать наш город вперед. Самый необычный мусор или самый часто встречаемый мусор, который вы находили на берегах нашей речки? Чаще всего встречались стеклянные пластиковые бутылки, а самое необычное, это, наверное, сапоги, какая-то одежда человеческая, все, что не пригодилось, наверное, быту. Как ты думаешь, нужно проводить такие акции как часто? Да, я думаю, что нужно как можно чаще проводить такие акции, потому что сами люди, они никогда не заберутся на это дело, а если кто-то начинает это, то легче подключиться ко всем. Ты будешь приглашать своих знакомых? Да, я приглашала, я участвовала в волонтерстве, и мне понравилось, но не все люди откликались на это.